За что задержан? За заказ убийств. Заказ убийств? Да. Вину вы признаете, да? Да. А зачем вы это сделали? За... Давайте, ребята, флаг вывешиваем. Здание зачищено. Поздравляю! Уже даже до этого были довольно странные истории. Подтвердить или опровергнуть там свои версии я не могу, но когда люди, занимающие там определенное положение в преступной иерархии, которым еще много-много лет нужно было отбывать наказание, уезжают якобы на фронт, и потом их спустя несколько месяцев хоронят в закрытых гробах, ну, может быть, так оно и есть. Но выглядит это крайне странно, скажем так. Это такая правовая, такая серая зона, я бы сказала, потому что эти указы президента не публикуются. Мы никогда не узнаем, действительно ли участвовал тот или иной человек в войне, особенно поскольку это не ЧВК, это не государственная, как мы знаем, компания, она частная, и нам никто не обязан предоставлять никакие документы, только если журналисты, расследователи сами не начнут копать. Мои коллеги, которые специализируются на теме домашнего насилия, давно говорят, нам нужны, например, охранные ордера. И да, это не тема домашнего насилия, но когда мы говорим про то, что мы защищаем потерпевших, тут бы нам помог охранный ордер, который бы сказал, не приближайся к потерпевшему, которому ты сделал плохо, наверное, количество времени назад. Вообще, в принципе, у потерпевших есть право знать о перемещениях человека, который совершил преступление. Но если он вовремя заявил ходатайство до того, как были окончены прения по делу, естественно, большинство просто потерпевших, впервые столкнувшихся с системой, об этом не знает.